Жан. Жан. Мои глубочайшие соболезнования. Могу представить твои чувства. У тебя все сложится, Пабло. У всех вас. Вы проживете богатую, счастливую жизнь. Но клянусь Богом, когда настанет ваш час, на смертном одре имя Модильяни будет у вас на устах. Я видел однажды, как он танцует перед статуей Бальзака. Такое красивое лицо, плавные жесты. Как будто музыка звучала у него в голове. Он был всем, чем я был когда-то. Я запомнил этот момент и запечатлел его в голове, чтобы он согревал меня в мои последние дни. Огюст Ренуар. Здесь спят Амадео Модильяни и Жан Фибутен со своим неродившимся ребенком. На смертном одре Пикассо прошептал имя Модильяни. Посвящается Амадео Жан и ее дочери Жан Модильяни. Сценарист и режиссер Мик Дэвис. Продюсеры Стефани Мартинес Кампо, Филипп Мартинес, Андре Джави, Алан Латал. Главный оператор Эммануэль Кадыш.